Вместо рассадника бомжей и наркоманов – новая дорога. История легкоатлетического манежа по улице Облукова близка к финалу. Весной прошлого года арбитражный суд вынес решение в пользу мэрии, одобрил изъятие в муниципальную собственность земельного участка общей площадью 35 тысяч квадратных метров. На месте заброшки построят новую транспортную артерию. Она примкнет к мосту через Свиягу в створе улиц Шевченко и Смычки. Его строительство уже идет полным ходом. Пробил час демонтажа железного призрака. На сегодняшний день идет подготовка к устройству ограждения этого манежа. Для этого стоянка, которая находится в зоне демонтажа, есть договоренность в течение 10 дней, они постараются освободить зону для того, чтобы подрядчик мог поставить ограждение. Подрядчиком выступила ООО «Автомост Ульяновск». Согласно контракту, компания уже внесла 41 миллион 735 тысяч. Деньги пополнят муниципальный бюджет. Договор между сторонами вступил в силу с 18 января и должен быть исполнен до 30 марта текущего года. Главное требование по сопроводительной документации – при демонтаже сохранить проложенные инженерные сети. В противном случае подрядчику придется их восстанавливать за свой счет. Демонтировать недострой будут с помощью специальной техники. Сначала разберут железную конструкцию, уже потом приступят к кирпичным стенам и фундаменту. Полномасштабные работы начнут 15-16 февраля. Перед началом работ конструкцию укрепят. За годы простоя часть металла растащили вандалы. Обследование показало, в фундаменте, пролетах плит есть трещины, и стены карнизов выпадают и крошатся кирпичи. Заметна ржавчина. Недоманеж мозолил глаза местным жителям около 35 лет. Родители боялись за безопасность детей. Молодежь возвращаться с вечерних прогулок домой. Мне кажется, улучшить данный микрорайон станет микрорайон наш безопасней и что-то появится новое на данном месте. Мы долго ждали этого момента, поэтому очень рады. Ой, давно бы пора. И страшно ходить, и вообще-то и про детей страшно. Они летом бегают, неизвестно, как вот бывает. Не дай бог, что случится. Вот у меня уже сейчас будет скоро 5-й внук. Я за внуков очень переживаю. Раньше дети были маленькие, за них переживала, а сейчас за внуков только так переживаю. Чтобы подготовить площадку под новую транспортную магистраль, после демонтажа придется вырубить деревья на расстоянии 5 метров от манежа. Предварительно будет оформлено разрешение. Металлоломом с конструкции подрядчик сможет распорядиться сам. Он же утилизирует мусор после завершения всех работ. И уже потом можно смело начинать подготовку к строительству дороги и моста. Проект по разгрузке городских дорожных артерий планируют завершить в ноябре 2023 года. Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда. ТВ.